Госавтоинспекция Саратовской области обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и аккуратными на проезжей части. Водители, если вы выбрали поездку на личном автотранспорте, обратите внимание на состояние шин, их соответствие погодным условиям и требованиям правил дорожного движения. Проверьте тормозную систему, избегайте при движении резких маневров и соблюдайте дистанцию. Скорость движения должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля над движением транспортного средства для выполнения требований правил. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами. В непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации. Уважаемые пешеходы, будьте предельно внимательными и осторожными на улицах и дорогах. Во время падения осадков в виде тумана и темное время суток водителю сложно заметить людей, находящихся на проезжей части, особенно если одежда имеет темные тона. Помните, что при переходе дороги, движению по обочине или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе световозвращающие элементы и обеспечить видимость этих предметов для водителя транспортных средств. Переходите проезжую часть только в установленном месте на разрешающий сигнал светофора. Не отвлекайтесь при пересечении проезжей части на телефонные звонки и смс-сообщения. Будьте внимательными и собранными на дороге, нет места суете и спешке. Переходя проезжую часть, убедитесь в том, что приближающийся автомобиль имеет возможность остановиться, чтобы пропустить вас.